Сапсан сделал остановку в Приволжских горах. Самая быстрая птица на планете впервые вывела потомство на территории Ульяновской области. Обнаружили гнездо местные исследователи совершенно случайно во время сплава по Волге. Понаблюдать за птицами Михаил Карепов со своими помощниками приплывали на лодке несколько раз. По суше до семейного уголка сапсанов попросту не добраться. За 2 месяца редкие краснокнижники подняли на крыло всех 3 птенцов. Успехом, а не трагедией, закончилась эта история, по мнению специалистов, именно благодаря труднодоступности места выбранного. Естественно, ограничитель сыграл высокий уровень воды. Из-за того, что уровень очень высокий, пройти по побережью практически не считается возможным. Вот, только на лодке. Беспокойство птиц было минимальным. И, вероятно, именно с этим связана такая успешная попытка гнездования. Мы надеемся, что вот эти участки побережья Волжского в дальнейшем станут постоянным местом гнездования сапсанов. Это явление, его гнездование станет обычным. Вот, и мы сможем наблюдать увеличение, постепенное увеличение численности этого редчайшего и очень интересного вида на территории нашего региона. Гнездовалась пара на отвесных склонах Щучьих гор недалеко от Тундоровского заповедника. По мнению Михаила Карепова, место здесь уникальное и для размножения птиц почти идеально. Не хватает только статуса пригородного заказника.